Женщина погибла на пожаре в многоквартирном доме в Шелихове. Горела квартира на третьем этаже. Пламя вырвалось из окон и было настолько сильным, что перекинулось на крышу здания. 25 человек сами покинули дом, еще 12 жильцам помогли пожарные. Огонь уничтожил 550 квадратных метров в доме. От пламени пострадали и соседние квартиры, а также кровля дома. Предварительный ущерб, по данным мэра Шелиховского района, составил порядка 10 миллионов рублей. Потерявшим имущество окажут финансовую помощь. Личность погибшей устанавливается, как и причины пожара.